Так, это 8 марта, 14 год, Харьковский зоопарк. Вот это у нас такая очередь образовалась, которая в жизни, наверное, такой не было. После того, как в средствах массовой информации сказали, что если сейчас не помочь животным, то есть вплоть до того не только в зоопарк прийти, а там крупы принести какие-то, кто что может, то появится в Харьковском зоопарке небесная судьба. От года умерших животных. Не знаю, насколько это гипербола, но на людей это явно подействовало. Мама дорогая, мама дорогая. Вот это да. Вот это да. Вот это люди. Мамочка родная, да это ж... Господи. Это что-то с чем-то. Да, вот это я понимаю, демонстрация, так демонстрация. Вот они, харьковчане, молодцы. Вот это я понимаю, отклик. Господи, да сколько же здесь людей. Я напоминаю, что это очередь в зоопарк. Вот это да. Вот это да. Какие молодцы. Я думаю, теперь зоопарк может купить себе еще один зоопарк. Если людей хватит выдержки достоять. Да. Вот это да. Ну, одним куском каскад с ней. Вот. Ну что, очередь в зоопарк, я бы сказал, даже больше, чем сейчас стоит людей на площади Свободы в поддержку. В поддержку России, воссоединения с Россией. Федерализация областей восточных, в поддержку агрессии России, не знаю. Стараюсь в цензурных рамках себя держать. Ну, в общем, коллаборационистов. Коллаборационистов сейчас на площади гораздо меньше, чем людей в очереди, мне так кажется. Ну, в принципе, можете посмотреть видео предыдущее. Там количественно все отображено. Так, это у нас дельфинарий. Все компактно, все рядышком. Зоопарк, дельфинарий, каскад, площадь Свободы, памятник Ленину, антимайдан, памятник Шевченко, Майдан. Очень удобно. Почему, когда вот у русских, я знаю, у меня родственников много в России, показывают кадры какие-то о Майдане, у людей создается впечатление, что горит там весь Киев или там Харьков или беспорядки. А на самом деле это все на площади происходит 200 на 200 метров. Вот они, наши коллаборационисты. Памятник Шевченко. Сегодня 8 марта. Женщины с праздником 14 года.